Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чиновский, мы с вами начинаем играть в новую замечательную игру на моем канале, которая называется My Virtual Pet Shop, друзья! Это наш будет свой маленький зоомагазин, мы откроем с вами. Вот все, что я хочу сказать, и начинаем! Если вам понравится видео, если вам понравится игра, обязательно ставьте лайк, 100 лайков, это выход следующей серии. Так, мы начинаем с такого маленького, так сказать, магазинчика. И давайте начнем, посмотрим, что же нам сейчас надо будет делать. Так, я так понимаю, что нам сюда вот будут приносить как раз-таки животного, да. И нам нужно отправить его, например, на стрижку. Смотрите, вот мы его стрижем, феном обдуваем. Надо, чтобы наши питомцы были как можно более счастливы, чтобы мы их продали за больше деньги. Так, здесь надо мыть, смотрите, один стрижется, другой моется. Кладем два лоточек и его покупают за 19 монет. Неплохо, неплохо. Качок какой-то принес. А, или это... Или мы их не продаем, получается, их приносят, ребят. Так, вот смотрите, вот этого принес качок такой. Если его сейчас заберет тоже качок, то тогда получается, что это не магазин. Да, да, да. Все, это получается не совсем магазин, ребят. Мы здесь именно чистим, не знаю, стрижем котят. Короче, у нас тут целый комплекс, так сказать, услуг. Но это не совсем магазин. Так, этого мы сажаем сюда и смотрим, что будет дальше. Пока что, как видите, у нас довольно мало опций, не так уж их много. Так, пока что только одна ванна даже, но я так понимаю, что их будет здесь несколько. И поэтому мы не можем сразу много всего делать. Но я думаю, что со временем научимся. Так, что у нас дальше? Ну-ка. Давайте этого сажаем сюда. Этот, кстати, мытье чуть ли не самая долгая штука в этой игре, судя по всему. Потому что стрижет, по-моему, котенка намного быстрее, чем моет. Хотя, не знаю, и то, и другое достаточно долго. Сейчас посмотрим. Ой, ой. А, после стрижки тоже иногда надо мыть. Нифига себе. Блин, да, мытье очень долго, ребят. Очень. Эй, фу, что за блохи? Надо удалить блок. И сажаем опять сюда, и этого сразу сажаем сюда. Блин, прикольно. То есть иногда это мини-игры запускать. Не просто надо на мытье отправить, но еще и блох, например, убрать котенка. Ладно. Кстати, здесь и котята, и щенки есть, поэтому я думаю, что игра понравится просто абсолютно всем. И тем, кто любит кошечек, и те, кто любит собачек, и те, кто просто любит всяких зверюшек. Так, и мы с вами неплохо прокачались. Смотрите, а с плюсом оценка. Так. Открываем второй день, и у нас открыта плюс одна ванна, кстати, классно. Давайте купим, она будет открыта через одну минуту. Ну, я думаю, что мы можем начать, ребят, а там уже в процессе она как раз-таки откроется. Погнали. Итак, день пошел, мадам, что вы изволите? А, нужно... О, смотрите, здесь еще можно... Этой губкой помыть котеночка. Все, готов, отправляем снова сюда. Блин, ну в принципе прикольно, мне в общем-то нравится, мне только вот очень еще интересно, какие здесь будут другие дополнительные опции. То есть, допустим, мне вот с этим понятно, вот что будет на красный и на фиолетовый, пока что вообще не ясно. Так, опять губкой моем грязнюлю такого. Блин, как хозяева вообще допускают, чтобы котята были настолько грязные? Ребят, напишите в комментариях, вы вообще знаете, как такое может быть? Я не знаю, он должен изваляться прям в какой-то шахте, чтобы таким стать, мне кажется. Почему так много мыть надо? Где на подстрижку? Мне кажется, стричь намного важнее, потому что, ну, помыть может, в принципе, любой человек и дома. О, во. А подстричь не каждый может. Я, например, не могу свою собаку подстричь, это сложно. Так, 14... А, здесь, смотрите, кстати, время есть. Интересно, во сколько у нас заканчивается день, надо будет посмотреть. Так, сажаем. Ой, блин, блохи опять. Надо убрать их. Оп, убрали. Сажаем сюда. Во сколько заканчивается день, интересно? То есть до скольки мы работаем, можно так сказать. Блин, смотрите, какой он милый. Такой сидит, ждет, когда его подстригут. Ничего нет, не брыкается, все у него норм. Так, быстренько, быстренько моем его мочалочкой. Все, готово. Кладем сюда. И этого отправляем. Блин, еще одного мочалка. Что так много-то на мочалке? Раньше можно было просто посадить и все. Так, я прям побыстрее постараюсь. Оп, готов. Отправляем сюда. Еще одного, все. Этого, по крайней мере, мочалка не надо тереть. 18:00. Интересно, до скольки мы работаем? До 19, что ли? До 20, может быть? Не, ну, наверное, до 19, раз уж такое дело. Так, все, этого сажаем. А, кстати, смотрите, никого не приносят. До 18, походу, ребят. Да, до 18 мы работаем. И у нас с вами левел ап. Отлично, за левел ап даются звездочки, за которые можно ускорять получение вещей, насколько я понимаю. Третий день, и мы открыли еще одно кресло. Так, смотрите, ну 50 монет, у меня в принципе монет хватает. Давайте поставим креслице, а сюда поставим ванну. Все, у нас хуже. Кстати, смотрите, 143-й день, 71-й, 14-й. Короче, тут дофига дней походу. И, кстати, будут еще по несколько потом даваться. Сразу же, видите?
по несколько животных. Ладно, поехали, третий день. Слушайте, пока я доволен, пока мне очень даже нравится, мы это сделаем настоящий просто салон, можно сказать, красоты для котиков. Смотрите, какой недовольный, блин, сидит. Ну-ка, сейчас мы тебя сделаем чистеньким, может быть, ты будешь так недовольный, но чистенький. Кладем сюда и сюда. Так, очень важно, ребят, чтобы у нас с вами реально было побольше мест. Я, кстати, видел, что там есть какие-то апгрейды, может быть, мы и проапгрейдить сможем. Капец, сколько здесь надо тереть, у меня уже рука устала. Я надеюсь, что будут какие-то еще апгрейды для того, чтобы можно было сделать круче. Так, сюда сажаем сразу двоих, смотрите, можно их сразу двоих посадить. Это прям загончик с игрушками, где они могут спокойно сидеть, ждать своих хозяев, мне кажется, кайф. Так, что у нас дальше? Блин, опять надо мыть его мочалкой. Ну-ка, давай, котик, котик, скоро станешь чистым. Хорошо, сажаем сюда и сажаем... да хватит, уже очень много. Надо как-нибудь проапгрейдить реально ванну, для того, чтобы, может быть, еще быстрее бы это все получалось. Вот стрижка — это самый топчик. Просто посадил и вообще забыл. Когда пострижется, тогда можно уже дальше ему ставить. Кстати, блохи редко встречаются, меня это радует, что встречаются очень редко. Значит, что не блохастые котики. Вообще, в салоне красоты для животных, мне кажется, что это вообще особо опасная тема, потому что они же могут перепрыгнуть на других животных. Это вообще жестко. Так, хорошо. 17 час, кстати, сейчас уже 18 будет. И у нас с вами будет еще одно креслице. Блин, вот, кстати, у меня такого еще... Ой, что-то не туда не посадил. У нас такого еще не было, по-моему, чтобы два сразу кресла нужно было. Вот две ванны часто бывают, а два кресла, в общем-то, вроде бы и нет. Все, 18 часов, значит, походу, это последний наш котик. Все, готово, готово. И сколько мы заработали? Так, это мы позже сделаем. И... Да, позже... Ну-ка... Ну-ка, 158 монет, кстати, нифига себе. Нормуль, нормуль. Что сегодня сделаем? Так, это мы пока покупать не будем, ребят. Но все зависит от просмотров. Чем больше вы поставите лайков, тем выше шанс, что я куплю какую-нибудь крутого животинку какую-нибудь. Так, здесь. Ну, я предлагаю... Блин, 200 монет на прокачку... Прокачку ванны. Ну, давайте потратим. И здесь, вот видите, за звездочки можно купить, чтобы это быстрее произошло. Ну, давайте попробуем, ребят. Давайте попробуем, просто интересно. Блин, прикольно, кстати, выглядит. Смотрите, новая ванночка есть. Ну, погнали. Но я постараюсь редко тратить эти звездочки, могут они еще пригодиться. Кстати, двухзвездочная ванна, это, видимо, более крутая. Так, давайте попробуем. Так. Так. Ну, по-моему, да, по-моему, стало побыстрее. Если честно, точно не скажу, но мне кажется, что мы стали немножко быстрее мыть. Ребят, в комментариях напишите, потому что я, ну, как бы не засекал. Ну, вроде бы есть такое ощущение. О, кстати, теперь два кресла нужно. Повезло нам, повезло. Так, сразу сажаем его мыться. Блин, класс, вообще клевая ванна, мне прям очень нравится. Два кресла, то, что у нас есть, это сразу огромный плюс, судя по всему, прям супер огромный. Так, хорошо. Ну-ка, мыться, да. Блин, у нас вообще все так четко установлено, смотрите. Но вот иногда даже все равно ванны не хватает. Так, этого сажаем сюда, этого ванну. То есть надо все-таки еще третью ванну желательно. Еще нужно третью, потому что иногда не хватает. Блин, а по-моему, вот сейчас у нас собачка и кошечка, да, моются? А иногда, мне кажется, что тут больше все-таки кошек приносят. Видите, еще одна киса. Так, сажаем. Готово, отлично, идем дальше. Блин, не знаю, мне прям очень нравится пока что. Она достаточно простая, но при этом я так думаю, что чем дальше, тем будет сложнее. Есть у меня такое ощущение. Так, блок убираем сразу же, это нам не нужно здесь. Блохи — это самое изи, просто очень быстро надо их прощелкать и готово. Смотрите, опять. Просто сразу прощелкиваем и готово. Вообще очень легко, очень легко. Так, полтора часа еще работает наш этот салон красоты для котиков. И собачек, конечно, собачек тоже. Смотрим, что же будет дальше. Еще одного сюда. Блин, опять блохи. Кстати, много блохастых сегодня привезли, странно. Обычно поменьше привозят. Скоро мы будем прям разбираться, ребят, сколько блохастых, сколько там просто грязных, сколько... Ой-ой-ой, секунду. Оказывается, в этой игре есть реклама. Неприятно, но ничего страшного. Погнали дальше. Так, пятый день, смотрите, у нас тут открывается что-то новенькое. Ветеринарный стол, обалдеть. То есть у нас теперь... Ну-ка, давайте его сразу купим. 200 монет опять тратим, очень много. Но зато у нас совсем скоро будет уже ветеринарный стол. Я думаю, что на следующий день уже будет. Так, я могу? А, у меня денег не хватит. Ладно, погнали. Тогда пока что ничего, по сути, не поменялось на этот день. Но на следующий день уже будет ветеринарный стол. Это круто. Это реально круто. Кстати, интересно, а мы что, без выходных работаем? Смотрите, пятый день подряд. А выходные где? А зарплата? Ну, зарплата каждый день, ладно. Так,
Ну, пока, в принципе, все норм. То есть мы, в общем-то, с вами сейчас, ребят, ждем то, что у нас будет ветеринарный стол. Мы сможем еще не только салон для красоты устроить для котиков и собачек, конечно, но еще и лечить их, что вообще-то очень даже здорово. Так, давайте, сажаем сразу стричься. Смотрите, кстати, часто такое бывает, что и собачка, и кошечка в одном регионе сидит, как бы в одной части комнаты. И они вроде даже не дерутся, норм, им норм. Так, сажаем. В принципе, ребят, мне кажется, мы очень неплохо справляемся. 98% счастья у наших клиентов, у наших питомцев. Поэтому мне кажется, что вполне нормально. Вполне. Так, забирайте, мадам, забирайте, кого вы... Вообще, смотрите, только стрижка. Я так понимаю, по пятницам здесь день стрижки, потому что нам купаться вообще почти никого не приносили. Только стричься в основном. О, как раз только сказал. О, еще надо сюда, сразу же сажаем. Нам нужно обязательно делать это быстро, чтобы у нас с вами 98% примерно так и осталось. Потому что, ну, как бы, чем выше, тем лучше, тем больше денег платят. Это очень важно. Так, быстренько сюда. Хорошо. Кого дальше? Опять на стрижку. Да, стрижки сегодня прям очень много, ребят. Очень много. Ну, я не против постричь маленьких наших друзей. Так, еще одного на стрижку. Я же говорю, прям просто дофига. Так, купаться отправляем и сюда. Кстати, после стрижки искупаться вообще-то нормальная тема. Он же все равно в шерсти весь обстриженный, знаете, как после парикмахерской люди. Поэтому я думаю, что это норм. Так, отправляем сюда. Интересно, а можно ли... Блин, я бы на самом деле затестил. Попробуйте, если, например, я его... Блин, реклама мне вообще сбросила. Так, все, шестой день, хорошо, хоть шестой. Так, стоп, а у меня будет здесь уже ветеринарный стол? Нет, еще 2.40. Ладно, давайте одну штучку это потратим, ребят, на последний, так сказать, заход. И здесь мы можем потратить 200 монет, чтобы сделать... Так, а я не могу пока что проапгрейдить? Блин, эти не могу. Ладно, давайте тогда проапгрейдим ванну, еще одну. И на следующий раз у нас уже будет с вами две проапгрейдженные ванны. Ребят, все опять же зависит только от вас. Давайте наберем хотя бы 100 лайков для того, чтобы я продолжил эту игру. Кстати, сегодня мы сможем лечить еще животных. Поэтому, в принципе, это огромный плюс. Так, давайте, мне вот интересно посмотреть. О, во. Смотрите, всякий там градусник, пилюлю какую-то, укол. Все сделали, это можно сказать, целый комплекс оздоровительных услуг, можно так сказать. И отдаем потом обратно хозяевам. Два одинаковых, кстати, смотрите, не перепутайте. Так, сюда сажаем, ага, блохи, конечно же, давно их не видели, убираем. И этого тоже убираем. Эй, ну-ка, нормально, чтобы все было. Кстати, интересно, пока что собаки реально не ссорятся с кошками. А вот если бы они так сделали, что, например, нельзя, чтобы собаки и кошки были в одном загоне, это было бы очень круто. Я надеюсь, что, может быть, потом будут какие-то животные с характером, не знаю, ну, то есть, каких-то можно, например, каких-то нельзя. Мне кажется, это было бы здорово. Так, смотрите, у нас уже три кошки в... Блин, а вот я сейчас не могу, например, это сделать, да? Ну-ка, все, этого сажаем, этого сюда. И этого тоже. Блин, сколько сразу, вообще очень много. За многими надо сразу следить. Это круто, потому что это значит, что сразу достаточно много всего. Надо, оп, сюда. Блин, вообще, смотрите, сколько мы сразу обслуживаем котят, собак. Это классно. Я люблю, когда многозадачность, когда не так уж все просто. Так, ну, 17.00, сейчас мы уже с вами, в принципе, будем заканчивать, ребят. Так, кого-нибудь еще принесут? Да, покупаться тоже. Все, я думаю, что это уже был последний клиент, 18.00, наш рабочий день закончен. Я надеюсь, что у нас сейчас уже ванна будет проапгрейженная. К сожалению, пока что мы действительно не можем прокачать все. То есть, видите, тут есть определенные лимиты по дням. Пец, ну вот это минус рекламы, конечно. Я буду, наверное, отключать интернет перед записью, потому что что это такое вообще? Реклама просто нон-стоп. Смотрите, а у нас теперь открыт, получается, суперстул и еще плюс одна вот эта штуковина. Я, наверное, куплю именно ее, ребят. Блин, 400 монет, а мне 4 штучки не хватает, обалдеть. Да, и здесь тоже 400. Ну, ребят, тогда в следующий раз мы это уже накопим. А на сейчас, пожалуй, что все. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Не забываем, конечно, подписываться на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. Ну, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорых встреч и пока-пока.